Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скифи, у нас третья GTA-шечка на очереди. Так, не хочу пока эти машины брать. Смотрим, что у нас там дальше по заданиям идет. Насколько я помню, Каталина зовет нас на тот берег. И если я не ошибаюсь, это может быть последним заданием. Но, по-моему, на том острове еще должны быть какие-то задания. Что-то я уже запутался, если честно, в своей памяти. Поэтому мы сейчас поедем проверим это все дело. Неохота пропускать задание. Вот так проверка. Вот это я понимаю, проверился. Так, разбежитесь. Разбежитесь, разбегитесь. Так, тут же нам где-то можно свернуть. Или нужно свернуть под этот. Нырнуть в подземку. Где-то мы вот так проезжаем. И, по-моему, прямо вот тут. Да. А потом два поворота налево, и мы на том берегу. Если по дороге не разобьюсь, конечно, в дребезге. Что со мной вполне может быть. Да, хоть свисти, хоть не свисти, надо убегать. Машина сейчас взорвется. Слишком габаритная для меня. Сам такой Блиста. Машинка по имени Блиста. По-моему, просто на том острове последнем можно было купить какой-то себе халупку какую-то, и там еще задания были какие-то. Ну вот я точно помню, что есть телефон, он мне звонит. Сейчас мы на телефон, наверное, поедем. Потому что Каталине это уже как бы финал, а неохота проходить финал, не доделав остальные мероприятия, не закончив. Долой багажник. Оп. Маленький поворот. О, вот слышите? Там где-то... О, еще одну машину. Убегай давай. Я просто сегодня уничтожитель машин. Подвинься. Мунбим. Международный аэропорт. Да что происходит сегодня с этим транспортом? Дыщ. Двигайся. Бррр. Так, куда мне там? Ладно, поедем по дороге. А то опять найду себе приключения на все известные места. Поехал по дороге, приехал, ну, непонятно куда. Так, нет, нет. В воду напрыгать не надо. Плавать мы не умеем. Ага. Не туда. Камон, вот тебе и камон. Так, надо на плотину. Хотя можно через этот мост. Не доезжая плотины. И вот тут типа... Я не съеду, да, вниз? Ой, кто-то уже стреляет по мне. Я еще ничего не сделал. С людьми надо быть добрее, тем более, что я не местный.
если можно так сказать, туриста. Минус один гангстер. Дом, милый дом. Так, ну, возьму банши себе. Красненькую. Уи-у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 и. Так, где у нас тут заезд, по-моему, может быть? А, с этой стороны. Ну, какой откроется? Не, нету гаража для меня тут или что? А, о, ничего себе, тут такой гараж. Трехместный. Так, нам сюда. Сохраняемся. Так, на телефончик. Машинку кого-то должен. Стой! Бандита. Майко! Да ну что такое? Да, я приеду. Самые крепкие эти самые. Так, где у нас там телефонозвонковые разговоры имеются? Так, работа для УЗИ. УЗИ. Так, эй, да, и красных валетов. Тут кое-кто решил со мной поиграть. У молодых панков, заполнивших город, на уме только спанки и оружие. Девятка их знака, они готовы трясти своим пурпурным флагом. Так, эти засранцы начинают теснить. Я хочу, чтобы ты показал малолетним ублюдкам, как работают профессионалы. Сделай так, чтобы девяток здесь не было. Будь осторожен, на улицах бродят валеты, которые могут подумать, что ты что-то там на-на-на. Ничего не понял. Девятки, валеты. Возьми тачку и не забудь, что из автомобиля можно стрелять только из УЗИ. В садах Вичита. Ты девятка? А, мне надо вот эти, по-моему, розовые. Такие, типа. Типочки. Или красные. Нет, вроде все-таки розовые. Причем их обязательно надо с УЗИ крушить. Блин, ну задание по своей сути. Все, нет у меня машины. Потому что эта машина уничтожается буквально в один клик. А их надо всех с машины, да, уничтожать? Сейчас обалденное задание. Хотя, с другой стороны, мы можем взять что-то поприличнее. Поедем домой за своей тачкой. Так, начать игру. Продолжить. Лучший костюм во вселенной. Так, где мои машины? Вот что, нельзя ее переместить сюда? Я хочу, там у меня же бронированный фургон стоит. Я думаю, он как раз станет весьма и весьма удачным решением в данной ситуации. О, как нехорошо получилось, ребята, я не хотел, честное слово. Это вообще не я был. Что с машиной такое? Сейчас еще и попадемся. Стой! Не ругайся, дружище. Шур, конечно, Шур. Когда взяли за одно место.
Тогда начался шур. Так. Сейчас нам надо еще аэропорт теперь найти. А возле аэропорта въезд в подземку. Так, как нам его найти? Я думаю, что поехавши по этой дороге, у нас есть все шансы. Сколько банши ездит, прям аж хочется пересесть. Но на ней так быстро разбиваешься в клочья, что, наверное, мы не будем с этим спешить, с пересаживанием. Так, теперь у нас два правых поворота. Или один. Да я еще и навстречку, наверное, поехал. Естественно. Тихо. Тихонько, дружище. По принципу, тише едешь, дальше будешь. Туру-туру-туру-туру-туру. Так, один правый поворот. Сейчас будет второй правый поворот. Так, есть такой маневр мимо полицейского. Вот второй правый поворот. Сейчас заберем наш фургончик. Не, понимаю, что можно было бы просто перезагрузиться. Это, возможно, было бы куда более верное решение и быстрее. Так, ты живая? Немножко стекло попортилось. Но ведь это же не так интересно. Интереснее покататься. Ту-ту. Вот, сказала девчушка. Не надо мне звонить. Я знаю, что ты хочешь гонки устраивать. А мне это уже не интересно. Так, нам сюда. Иди отсюда. Решил с дубинкой на меня выйти. Тоже еще гангстер. Что если мы это задание будем делать с этого фургончика? Наверняка он повыносливее будет. Где его двери? Чё он без дверей? Так не говорите, что он не поддается ремонту. Что такое происходит в этой игре? Как это у вас работает? Ну, на крайняк за патриотом тогда поеду еще раз. Может быть, он мне поможет. Ну, сейчас будем экспериментировать. Че там, да как у нас будет получаться? Извините. Простите, мы больше не будем. Так, вот это если бы еще не вот эти смены обозрения мышкой обзора.
Так, левый поворот. Двигаемся. Блин, у меня реально такое ощущение, как будто машина не отремонтировалась после того, как я его в гараж поставил. Странное какое-то ощущение. Даже не знаю, откуда оно у меня взялось. Уйди. Так, нам к аэропорту. Говорит, спанк. Нужен спанк. Сейчас будет тебе спанк. Не, ну машина однозначно крепче остальных. Но насколько ее хватит, когда по ней будут стрелять, это вопрос. А их тупо надо всех убивать только из салона машины, только с автомата. Только со стрелкового. Такое себе. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, отсюда можно как-то туда быстрее доехать? До места моего моей дислокации, чтобы не ехать через мост. Тут какая-то, ага, это для прыжков, я понял. Реку можно пересечь только через мост. Адекватно. Я не думаю, что это машина для прыжков. Лучше побережье. Простите. Берегу как могу. Так, вот наш мост. Ой, извини, дружище. Зачем стрелять? Я же только еду. Как вы меня узнаете так? На мне что, датчики стоят? Ну, пару выстрелов она, конечно, выдержать может. Или, скажем так, на пару больше, чем... Опять я тут попался. А ну прекращайте заниматься ерундой. Так, я, по-моему, проехал немножечко. Бич, что бы ни случилось, бич. Да, я тачку поставлю. Я ж надеюсь, она сюда влазит. Хорош. Графоний, конечно, не очень при этом, но хорош. Так, можно сохраниться. И да начнется охота. Не, ну подремонтировалась. И дверца появилась. А почему вы на меня агритесь? Я же ничего не сделал. Тем более после сохранения я должен быть без звезды. Так, бережем машину.
Плохо будет, если с этой машины нельзя это делать. Или изнутри этой машины. Работа для УЗИ. УЗИ-шмузи. Ну давай попробуем. А у меня же время ограничено, да? Пристрелить 20 кого-то там. Вот как это делается, да? Да умри же ты там. Блин, дурачок совсем или что? Проблем, пацаны. У вас что, проблемы? Зачем он у меня толкается там? Ну попади в него. Все равно загорелась машина. Что-то тут не то. Немножко. Так, ладно, ребята, этим уже займемся в следующей серии. Назовем эту серию переездом. Так, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.